Всем привет! Сегодня решила показать вам свою малышку Петунию. Чтобы не занимать много времени, покажу только ее. Как вы видите, она стоит на кованой подставке на самом-самом верху, и здесь ей никто не мешает. Разумеется, я поворачиваю ее то одной стороной к солнышку, то другой. Почему на самом верху? Потому что именно только здесь на нее не попадают прямые солнечные лучи. Здесь очень светло, это южный балкон, здесь, мягко говоря, очень жарко, но вот напрямую солнышко ее не обжигает. Я ее только что поворачивала. В принципе, можно показать с разных сторон. Убрала цветочки, которые отцвели, срезала. И вы знаете, она выглядит, как мне кажется, очень даже хорошо. В прошлый раз вы ее видели вот такой. А этот раз у нее явные успехи, и она уже стала больше, красивее. И, надеюсь, со временем превратится в самый настоящий шарик. На удобрение она реагирует прекрасно. Здесь ее не побьет ни дождь, ни... ничего, листики чистые, цветочки чистые, и она меня только радует своими цветами, своим ароматом и, конечно, своим внешним видом. Вот такое сегодня маленькое видео, но не снять не могла, очень уже она мне нравится. Если бы еще получилось показать настоящий цвет лепестков, цветочки у нее довольно крупные. Попробую показать. Линейку не взяла. Ну вот, закрывает почти мою руку, хотя, скажу, перчатки у меня номер 7,5, то есть рука не маленькая, и цветок. Цветок, соответственно, тоже не маленький. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!